Большой, не маленький, как видите, у нас есть и... Ну, не буду перечислять. В общем, очень... А, шалом, да, забыл очень. Это же первым делом надо было. Приятного вам вечера, приятного вам отдыха. Меня зовут Артур Газаров, мы еще не раз услышимся. Я руководитель этого ансамбля. Спасибо, друзья.
Спасибо. Мы всех вас берем. Мы все, все отлично. Отлично справились с задачей. Вы теперь можете рассказывать своим родным и соседям, что вы научились петь африканскую музыку. Потому что то, что мы сейчас исполняли, это песня знаменитой певицы, одной из величайших исполнителей африканской музыки Анжелики Джо. Это ее песня в нашей обработке, называется «Батонга». Все справились, все молодцы, все приняты на работу. Но, извините, пока что на общественных ночах. Теперь прозвучит моя песня, она называется «Сукурафон». По-русски звучит немножко неприлично, но по-испански звучит красиво. Это переводится как «Его сердце». В этой песне соединяется музыка фламенко с традиционной, с современной музыкой. И даже будет немножко музыки из Индии.
Следующая песня, следующая композиция, которую исполнит Карина, она автор также. И с очень довольно-таки ожиданным названием. Лока, что означает? Сумасшедшая. Ну да, мягко говоря. Это я про себя. Может, еще кто-нибудь тоже решит подключиться в этот клуб? Здесь можно все. Своего рода клуб по интересам. Ты что сегодня делаешь? Я пою. Что сегодня поешь? Ну, в джазовом клубе пою всякую. Ты что, Лока, что ли? Делать нечего. Итак, Лока. Thank you.
Мы видим, что вам всем здесь вроде как нравится, но не слышим. Я немножко пока расскажу про проект «Самбатерия». Это абсолютно уникальный проект, такого больше нигде нету в России точно и в мире и подавно. Его бессменный руководитель Артур Газаров. Такого проекта никогда не было, нет и не надо, и не будет. И не надо, и не будет. Кроме нас. Да, и в этом проекте собрались люди разных национальностей, из разных совершенно каких-то культурных сегментов мира. И называется «Самбатерия» перкуссионный оркестр. Вот, а на самом деле это уже стало намного больше, чем перкуссионный оркестр. И в нашем коллективе мы исполняем музыку очень многих стран. Африки, Бразилии, Испании, Индии. И все это делаем мы в своих авторских аранжировках Артура Газарова. Великолепного, легендарного перкуссиониста. Thank you.
Следующая вещь будет непростая, это симбиоз из африканской, кавказской культуры, современной электронной и так далее и тому подобное, поэтому играть ее без монитора совершенно нереально, огромная просьба к нашим звукорежиссерам все-таки помочь мне, чтобы я хоть что-то услышал по-дружески, я все-таки вас знаю не первый год, и песенка называется, клавиши и гитара, вот сейчас появилась, спасибо большое. И мне клавиши тоже, пожалуйста, чуть побольше. Зачем? Капризная. Thank you.
отдельный номер, я буду играть на гитаре. Я не буду отнимать ее великолепного гитариста Леонида Берзовича. Вы уже слышали несколько его замечательных слов. У меня есть своя. Песня называется «Я родилась в Аламо». Аламо — это населенный пункт, скажем, в Испании. И поется в ней, это вообще старинная сефардская песня. Сефард — это испанские евреи. Вот, но потом ее перехватили цыгане. В общем-то, как мы все перехватываем. Сделали по-своему. И поется в ней не только о цыганах, не только о евреях, обо всех народах, обо всех людях, которые когда-то потеряли, скажем так, вынуждены были уйти из своей малой родины, но которая навсегда осталась в их сердцах. Да, это люди, которые, может быть, не живут там, где они родились, но которые живут традициями своих предков. Мне кажется, это очень, очень важно. Хорошая идея, если зал кто-то начнет. Давайте поможем. Раз. Thank you.
дорогие друзья. А я не знаю, здесь ли человек, которого мы пригласили сегодня с нами поиграть, это гость, с которым мы никогда не играли раньше. Анея Пашинская, здесь ли? Здесь, здесь! Ух, какая молодец! Рада тебя видеть! Дамы и господа, рекомендую Анея Пашинская. Ну все, ладно, продолжим нашу программу. А ты привезла что-нибудь с собой, Анея? Нет! Нет? Сейчас мы немножечко подстроим этот инструмент. Это микро такой инструмент. То, что у Анеи дома, это, конечно же, средняя часть, средний вариант. А самый большой настоящий находится на базе, где мы обычно репетируем, правда, с другим оркестром. Анея Пашинская, господа. Песня, которую мы будем исполнять, называется «Canto del Pilón». Это традиционная народная венесуэльская песня о женщинах, которые работают в поле. Но многие из нас работают как будто бы как в поле, поэтому эта песня про всех нас. Полевой концерт. Полевой концерт. Есть почта полевая, прощай, труба звонит. Джаз мэн. Сейчас у нас раз. У нас сегодня со звуком потрясающее качество. Сейчас и хорошее, хорошее. Я уверен. Тут никого нет, не кричи. Итак, о, прекрасно. А теперь немного волшебства на голос, это я так холл называю, и на арфу тоже. Дело в том, что мороз, перемена температуры, даже в той комнате холодно здесь, жарко. Арфа очень капризная, как настоящая принцесса. Можно побольше мне арфу в монитор? Отлично, даже я слышу. И...
и замечательная солистка. Друзья, мы это не репетировали, это был наш дебют. Сегодня здесь, прямо на сцене, я считаю, что именно так должны знакомиться настоящие музыканты в лайве, в настоящей жизни, здесь и сейчас. Спасибо вам! Я согласен со всем, но по поводу дебюта ты на вас. Нам нужно сказать по-другому. Мы думали, это наш подарок сегодня вам. Конечно, подарок. Дебют. Подарок. Аня Пашинская, друзья. И пользуясь случаем, хочу сказать, что вот сейчас у вас на столах лежат флаеры. Если их еще не положили, будет очень волшебное мероприятие 23 декабря. Я буду играть арфа-мистерию, медитацию. Это будет очень специальный концерт, на котором можно будет лежать и релаксировать. Жду вас, друзья. Это будет происходить в рамках движения, движения «Музыка всем миром», в котором участвует большое количество музыкантов. Вот при поддержке Департамента культуры Москвы. И 23 декабря милости просим на концерт к Анне. Она будет очень рада. Спасибо. Спасибо, Анне. Спасибо. Следующим номером нашей программы. Друзья, можно, если кто-то здесь рядом есть из товарищей, можно даже арфу убрать. Я приглашаю на сцену нашего постоянного участника, постоянного участника нашего коллектива, без которой ни один концерт без потерь не прошел. Наша любимая Катерина Балыкбаева. Я только репетировал, чтобы красиво представить, но не получилось. Да, за это я потом получил, я знаю. Yeah.
приготовили. Сейчас будет проверочка. После соло Артура будет проверочка. Женя, не мешай.
Thank you.
быть, этого требует наша жесткая творческая дисциплина. Вот, я очень рад представить сегодня своих музыкантов с группы Санбатерии. Не своих, а именно группы Санбатерии. Акцентирую на этом. А самый коричневый из нас, самый красивый бегемотик. Председатель правления коллектива Овер Серано. Председатель комитета по женским делам, председатель женского комитета Ирина Савицкая. Ответственный по международным вопросам Баата Чакаверия. Его друг и ровесник Евгений Ларионов. Его страхователь Сергей Князев. Леонид Берзович, тут уже ничего не скажешь. Впервые с нами на арене, на сцене Алексей Каляпчев, это наша гордость. За 3 часа вошел в программу практически. Практически. И несравненная Карина Лядулься. Гостями сегодняшней программы с благодарностью я объявляю Анна Пашинская. Катерина Балабаева, спасибо им огромное. Спасибо им огромное, что были сегодня с нами. Нам разрешили еще 5 минут приехать. Thank you.
удачи в новом году, всех с наступающим Новым годом, друзья! Праздник наступающий!